Получилось эту пельменницу, чудо-пельменницы, которую вот буду сейчас тестировать на старой коробке. Вот она состоит из трех частей. Буду сейчас пробовать, как на ней работать. Мне сказали, что хорошо, нравится людям, кто ей уже пользуется, очень нравится. Сейчас буду тестировать. Так, раскатала я на широкой раскатке, но до шестерки. Тут я первый раз до шестерки. Обычно до семерки катаю, до шестерки. Так. Присыплю, наверное, форму. Вот. Теперь кладем вот эту. Кладем вот эту. Теперь фарш. Вот перчатку одену. Так. Ну, поехали. Конечно, какой-то скребок есть специально. Но мне сказали, что так вроде еще и быстрее, удобней, без всякого скребка. Хотя скребком можно любым, наверное. Вот у меня есть скребок. Мы попробуем. Сейчас. Ближе подвину. Ну, то же самое все нужно. Нет, я не буду скребком делать. Мне не нравится. Делаю первый раз, может быть, второй раз будет более комфортно, удобно, как говорится, первый блин комом. Ну, посмотрим, что получится. Так, теперь вроде нужно вот это все. Вот так. Туда надавить. Прижать. Теперь надо вот эту поднять. Не знаю, как она. Сначала надо вот эту убрать. Хорошо, это убираем. Теперь вот эту убираем. Но вот они не все провалились как-то.
фарша. Или я плохо продавила. Вроде бы неплохо. Ладно. Так. И вот так. Вот они. Значит, много фарша. Я положила, что хочу сказать. Вот это я зря туда вдавливала, придавливала и все остальное. Вот. Теперь что? Вот может поубирать немножко фарша отсюда. Но это же ненормально, ребята. Это же столько фарша будет здесь. Нет, что-то я не то. Зря я туда его запихивала. Пока что-то я разочарована этой чудо-пельменицей. Убираю много фарша. Я прям надо что ли совсем чуть-чуть, я что-то не поняла, честное слово. Ну куда столько, все везде вот повыпирало, весь фарш повыпирал. Нет, вторую буду делать уже. Не буду столько много фарша класть. Это вообще в некоторых местах. Зачем я его тут пихала, не знаю. Ну, хотелось побольше. Тут даже прорвалось. Ох. Ребята. Так, ладно, сейчас раскатаю ленту и посмотрим. Скалка мне не нравится. Буду опять своим резаком. То, что там низ я раскатал до шестерки, это для меня так толсто. Это так толсто для меня. Просто. Вот они. Ну, вот этот порвался. Вот здесь вот один. Ну, эти вроде бы ничего. Конечно, руку надо набить, чтобы это быстрее делать. На досточку сложу.
принципе, неплохо. Мясо получилось много, но я говорю, я поубирала. Вот второй раз сейчас буду делать. Я уже не буду так их туда впихивать, этого фарша. Вот. И хорошо, что я, с одной стороны, сделала шестерку, что они не порвались. Это просто вот тут на ребре, что один у меня порвался. Я его склею. Так вот я его склею, все. Ну, неплохо. Тот же самый идеал, но там что, нету этой давилки, что то же самые пельмешки, как эти, на форме книжка металлическая. Вот еще один там как-то прорвался. Ну, сейчас еще раз попробую. Вот еще один прорвался. Видимо, я их прорываю, когда, не знаю, то ли вот эту штуку вторую ставлю, то ли это. 40 штук, что ли, здесь, или сколько? Сколько здесь штук? Ой, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 на 5. Ну да, 40 штук получается. Так, пойдет в заморозку. Сейчас буду дубль 2 вот. Вторая попытка. Раскатала. Опять раскатала до шестерки. Потому что, думаю, лучше пусть будет потолще, потому что там выдавливаются они. Тут вот так вот потяну. Потяну. На раскатке 22 шириной. Так, ну что, давайте еще раз пробовать. Так, поставили. Перчатку одену сейчас. Давливать не буду сильно, сколько помещается, столько помещается. Что-то мне тут фарша не хватает. Сейчас еще разведу. Хватило фарша. Сейчас у меня есть, но не разведенный. Я размазала с молочком, а этот соленый, но не разведенный. Ладно, вот сюда заполню, так вот и все. Может быть, и не надо, может быть, он у меня то, что жидкий, поэтому там расползается, не знаю. Так, ну ладно, больше не буду тыкать. Так, вдавили. Подняли. И вот это вот надо поднять. Теперь вот тут такие штучки есть. Мне нравится, что оно
плохо поднимается. Вот эта вот часть не очень-то она. Так, ну вот так вот уже. Уже лучше, уже лучше. Сейчас раскатаю верхнюю часть. Так, раскатала. Верхнюю часть немножко потяну сразу и положу. И вот так. Прижму. Присыплю мукой. И буду катать. Эти уже удачные. Удачные. Быстро. Хорошо. Ровно. Не порвались. Ничего. Эти уже удачные. Я не скатала до шестерки. А вверх до семерки. Вот они такие полненькие все. Пухленькие. Фаршика много. Тут где-то вот побольше такой прямо большой. Толстый. И видно, что тесто потоньше выдавилось. Вот оно такое. Ну, тесто я делаю крутое, поэтому развариться не должно порваться при варке. Да, вот тут тоже, может быть, многовато положила, видите. Ну, вот так вот пельменится чудо. Где-то мало. Так, сейчас еще сделаю. Вот на этой пельменице чудо, которое... Так, раскатала я на широкой раскатке. До шестерки. У нас до шестерки, еще раз говорю. Так, чуть-чуть подтягиваю. Что у нас шевелится вся? Как это? Так, теперь мы. Эту штуку, теперь фарш сверху. Сейчас перчатку одену. Чуть-чуть я водичкой вот так вот смазываю, чтобы фарш помягче шел. Ну и вот так вот. Раз. Два. Главное туда не вдавливать. Потому что очень много будет фарша. Сколько входит, столько и входит.
пустые. Так, сейчас второй лист раскатаю. Так, раскатала до семерки. Чисто, чтобы воздух там лучше все повздувалось. Еще 40 штук. Ну, быстро, конечно, ей работать. Так мы все хотим, чтобы нам все было побыстрее. В каждой пельменнице есть свой плюс, свой минус. Но этот вариант быстро, много штук. Вот я не знаю, сколько я времени не засекала, надо было засечь на все про все. Вот третья партия, 120 штук. Килограмм фарша почти ушел. Еще немножко осталось, но уже еще на одну палетку не хватит, на 40 штук фарша там. Вот и считайте. Вот такие пельмешки. Ставьте лайки. Приятного аппетита всем.